Всем привет, с вами Штопор, мы продолжаем выживать в игре Project Zomboid. Сейчас я хочу совершить безумную совершенно тему. Я хочу съездить за медикаментами. У нас, в принципе, мы загрузиться сможем без проблем этими медикаментами. Но по факту до этого места нужно доехать еще. Вот, я также залутал окончательно бензоколонку, склад на этой бензоколонке. То есть у нас бензина теперь более чем достаточно. Ну, пустых канистр я набрал, и соответственно все дело это заправил. То есть, конечно, пришлось основательно так разгрузиться. Вот. Сейчас я сделаю следующее. Я хочу доехать до больницы. Больница у нас где-то вот в этом районе. Зомбей тут тоже дохренище просто. Я не знаю, что с этим делать. Ну, я думаю, мы что-нибудь все-таки придумаем. Так или иначе. Я, по-моему, не туда еду. Но тем не менее. Так. А ну, давайте проедем здесь. Не, я реально не туда еду, я заблудился. Надо сейчас открывать карту. Это буквально минута вашего времени. Сейчас я потише где-нибудь стану, где зомби нету, заглушусь. И надо будет зайти на другой компьютер. Буквально минутку. Я отключать запись не буду. Так, карта у меня открылась. Надо теперь найти эту тему. У нас бензоколонка вот здесь, а больница... Больница у нас, по-моему, где-то раньше, после поля какого-то. Блин, это еще дело найти надо. Так, я, в общем-то, понял примерно, где. Ну, поехали. Поедем сюда. Так. Большая, да, вот больница вот где-то вот здесь должна быть. Вот прям вот тут. Так, нам нужно сделать что? Нам нужно взять в обе руки вот это дело. Возможно, здесь же нам придется ночевать. Блин. Вот это вот мне не нравится. Здесь нету света. Нету света. Так. Включить. Здесь у нас что? Здесь у нас толчок. Один. Да, давай. Нет, не.
Скажи. Блин, вот это вот реально всегда опасно. Закрыть штору. Это всегда опасно. Так, тут у нас пусто. Включить. Вот это вот не очень мне нравится. Давай сейчас выйдем, почистим. Ну, придется. Да и блин. Давай. Ну, я думаю, мы как-нибудь разберемся с этим делом. Нам надо забрать отсюда все эти. Так, ну наверх я не пойду. При всем желании не пойду. Так. Давай спать. Вот это очень нехорошо. Это очень нехорошо. Там что-то кто-то скрипел. Кто-то что-то скрипел. Так, давай. В обе руки берем. Момент первый. Момент истины. Вот это все сюда. А, да тут ерунда, да? Адреналин, этанол, хирургическая игла. Так, здесь битком. Прекрасно. Лутаем все, просто все, потому что стетоскоп, потому что нам надо, эти все вещи нужны. Medical record, справка что ли? Можно попробовать шкаф вот этот вот забрать. Он нам нужен будет. Так, это вот сюда. Сможем забрать. Слишком тяжелый. Молоток, каменный молоток. Ну, у меня нет молотка. Ладно. Давай берем биту опять в обе руки.
опять подруга долбится. Вот чё ты долбишься? Зачем ты долбишься? Вот тебя кто-то трогает. Зачем ты лезешь? Так, вот тут опасно. В обе руки. Раз. У нас ниток нет. Вот это вот не очень хорошо. 89, 81. И вот это нет. А вот так. Ладно, окей. Второй этаж я лутать не буду уже. Я про него помню, но у меня битком уже все это дело забито. Так, 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 давай, давай, аккуратно. Так, поехали. Блин, фрукты, овощи. Ну, я не залутаю это уже. У меня места просто физически нету. Поехали отсюда. Домой. Домой, домой, домой. То есть нам сейчас надо выехать на этот, на трассу туда и найти свой поворот. С чем, я думаю, мы справимся. Прекрасно, причем справимся. О, бошки отлетает. Самое главное на скорости больше 30 миль, где-то 50 миль в час. Так, тихо, 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 тихо. Не врезайся. Ради бога, не врезайся. Я и так тут один момент пробовал записывать. Все нормально, все замечательно. Но вот так вот ехал по трассе. Вот, нашел машину. Старт игры. Это вот перед вот этой вот записью. Тихо, 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 тихо. Куда я еду? Так, а куда я повернул-то? Куда я повернул? Я повернул не туда, куда надо. Дома какие-то. Ага. Я понял. Я вас понял. Первый поворот. Ну да, бывает, промазал малость. Промазал нам вот сюда. Дорога тут хреновая. Надо будет вот эти вот тачки проверить. Ну теперь, по-моему, чисто прямо, прямо, прямо ехать нам. Просто тупо прямо. Так, сейчас надо
еще раз проверить. Да, именно так. Именно так. Да, вот он, поворот первый. Как раз где мы сворачивали. Эти твари пусть дохнут от столкновения с нашей прекрасной личностью. Самое главное теперь найти, а тут тыква сейчас сгниет, ящик развалится и будет весело. Так, вот. Вот. Ну, тут резвее, намного резвее она едет. Как-никак внедорожник. Вот это вот мне нравится. Самое главное сейчас не впилиться во что-нибудь. То есть, считай сотню гнать по бездорожью. Это очень-очень радует. Даже какой считай сотню? Сотню и гна... Мы сейчас сотку где-то едем. Ну никак не 15 миль в час, даже меньше. Так. Так, давай, где тут? Тихо, тихо, тихо. Не впились, герой. Где наш ящик? Так, вот. Тушим. Так, здесь у нас все битком, да? Взять в обе руки. Я думаю, зомби к нам сюда не пришли. Так, сможем это забрать куда-нибудь? Не сможем. Ну и пофиг. Докторская сумка. Так. А у нас же еще... Здесь что-то есть, да? Да, у нас здесь вот есть. Ладно. Давай идем разгружаться. Бензопила у нас... Блин, надо одну бензопилу взять. Есть у нас здесь бензопила? А, у нас же там есть бензопила, отлично. Бензин есть. Прекрасно, у нас бензина сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь канистр. В принципе, нам этого хватит за глаза. Я думаю, мы выпилим тут. Тем более, у нас есть заправленные бензопилы. Сами понимаете, это что-то да значит. Сейчас немножко разгрузимся. Прям на землю, по максимуму. Или в эти, как называют. За ящиками нужно будет съездить. Ну, за ящиками нам строительство нужно. И, кстати, мы сейчас вот это вот поставим, и будет все пучком.
где? Да, вот я тут вырубал уже. Самое главное, я лампу забыл. Но это мы в будущих сериях съездим. Нам еще ехать нужно будет, я думаю, за фруктами, овощами, чтобы холодильники наши битком набить. Вот. А ехать, за книгами ехать надо будет. То есть я думаю, лампу хоть одну мы заберем. Так, пить вот так. Ох, темно-то как. Так, а смогу я поставить? Нет, не смогу. Пока я, в общем, не разгружусь, я это дело поставить не смогу. Давайте смотреть. Тут нет бензина. Что у нас здесь вообще имеется? Так, аптечка. Так, гроза — это дождь, да, у нас. Это не очень весело, но тем не менее с этим можно жить. Так, тут у нас что? Этанол. Сейчас разберемся. У нас... Так, скальпель. Микроскоп. Это бесполезно, конечно, но тем не менее. Оно нам не нужно, по факту. Но нельзя использовать. Что нельзя? А, кувалду. Ну не используй, я тебя не заставляю использовать это все дело. Сейчас бам. Сироп от кашля. Мы это все дело отсортируем. На самом деле, самое главное, у нас есть очень хорошая возможность сейчас все дело это выпилить. Так, впритык и полка. Скинем на полку. Это все дело. Так, фонарик. Фонарик, фонарик, давай, берись. Не хочешь браться? Окей. Ладно, это закроем и спать. Нужна лампа. Реально нужна лампа, нужно искать еще генератор. Я, в принципе, догадываюсь, где он может быть. Так. Давай вот это вот съедим. Ага, не можешь ты съесть. Ну, окей. Окей, окей. Верю. Так, бензин мы скинем вот здесь, 8 штук, нам этого за глаза просто. Вот это вот скинем пока
Так. Как нам быть вообще? Где поставить-то холодильник второй? Где поставить второй холодильник? Его поставить можно здесь. Вот. И только здесь, да? Давай заберем. Так, вот это вот разобрать. Молоток, пила, да? А это все дело у нас. Так, молоток. Давай сюда. Так. Давай скинем. Так, скидывай это сюда. Это вот сюда. Вот это дело. Так, молоток давай доставай. Вот это дело. Телегу скидывай прямо вот здесь. Так, биту берешь в обе руки. Давай, вот это вот. Куда поставить? Куда поставить? Куда поставить? А поставим пока вот реально вот здесь. Пусть оно будет. Вот это дело берем. Так, пройти могу. Все прекрасно, все замечательно. Так, теперь смотрим. Гриб испорченный, да? Свежая, свежая, испорченная. Ну окей, ладно, съесть полностью. Шампиньоны испортились. Их до хрена, по-моему, там. Да, это не очень хорошо. Так, ну мы вроде как худеем. Так, холодильник у нас есть. Что делаем? Что делаем? Где у нас пила? Ну, газ, да? Сейчас будет газ. Блин, это вообще... Вы издеваетесь, что ли? Вот так заправлять. Че он не заправляет ее полностью? Канистра для бензина с бензином. Ну давай возьмем вот так, допустим. Так, в обе руки. В обе руки. Ладно.
Окей. Блин, давай, рубись. Бензина, конечно, дохренища придется юзать. Но это лучше, чем махать топором. О, телефон опять завизжал. Это как-никак лучше, чем махать топором, потому что топором мы упахаемся просто. А здесь мы сейчас по оптимальному самому маршруту возьмем и прорубим нам дорогу. Да, на самом деле прикольно, но не продумано. Не продумана вот эта вот вся механика, то есть вот так вот рубить вот реально. Вот это невозможно. Фактически нормально попасть. Вот как я попаду по этой елке? Во. Просто невозможно. Вот. Во, попал. Вот сейчас вот тут будет сложный участок. Крайне. Ну давай, рубись. Как по этой теме попадать? Вот надо стоять ровно напротив него, напротив этого дерева. Просто нереально. Пойдет. Пойдет, ладно. Так, окей. Так, проедет же тут машина. Должна проехать. Ну. Но...
Давай возьмем биту в обе руки. Давай дойдем. Мы, по-моему, не туда пилим, не туда рубим. Тут на самом деле осталось дорубить не так много. Да, мы немножко не туда пилим, не туда рубим. Может быть и правильно, может быть там удобнее. Так, давай заправим. И все-таки попробуем выпилить это все дело основательно. То, что ты истощен, ничего страшного. Все с тобой будет хорошо. Че ты ноешь? Въезд мы сделаем просто чуточку дальше. Вот и все. Так, вон они, наши бревна. Можно, в принципе, двигаться вот прям вот так. Вот прям в эту сторону. Машина, я думаю, проедет. Давай взять в обе руки. Все пучком будет. В крайнем случае тут расчистим. Это не такая большая проблема. Не видит. Так, иди теперь сюда. Нам главное, чтобы машина проехала. Остальное все ерунда. Остальное все расширить можно. Давай. Ну, что ты ерундой страдаешь, дядь? Спать захотел. Страшного. У нас есть теперь таблетки от кашля, от соплей. Я думаю, ты переживешь этот дождь. Тем более ты у нас турист, жирный турист. Так, давай. Блин, нам надо выпилиться. Да и ну... Так.
Блин, тут осталось чуть-чуть. Просто чуть-чуть, совершенно. И я смогу проехать. И я реально смогу проехать. Так. Ага. Здесь мы вырубим сейчас. Да, конечно, тягомотина прям такая жесткая. Ну, давай, ерундой, не страдай. Давай, и вот это. Все, бери в обе руки. И идем. Давай, шустрей. Для бензина, с бензином. Блин, ты промокший вообще, капец. Отличное здоровье. Давай. Вот это вот забирай. Вот это вот дело забирай. Поставим туда чуть дальше. Давай вот сюда, садись и поехали. Поехали аккуратненько. Аккуратненько, не спеша. Все у нас сейчас будет хорошо. Машина, правда, уже немножко подубита, но мы ее починим. Так, мы ее починим. Так, глуши мотор. Ты хочешь спать, уставший, хочешь пить, есть и мокрый. Поэтому сделаем следующее. Мы шампиньонов, конечно, до хрена у нас пропало. Как раз таки из-за того, что мы слишком долго вот это вот все дело искали. Съесть полностью. Несчастье нам не нужно. Вот, канистра для бензина с бензином. Это дело мы сейчас заправим. Скинем вот сюда. Вот это сюда скинем. Шардоне скинем.
Вот, и все будет прекрасно. А канистры для бензина мы заправим. Давайте спать. На этом, в принципе, данную серию можно закончить. А в следующей серии, я думаю, мы... Вертолет. Окей. Окей. Вот это мне не очень нравится, но тем не менее. Так. Да и блин, не пугай ты меня так. Пить. Сядем здесь, в машину. Вот, и данную серию закончим. Поедем, скажем так, искать книги, искать остатки жратвы. Вот, нужно будет еще полностью разгрузиться. Этим я займусь, наверное, вне записи. Вот, а с вами был Штопор. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте обязательно. И всем пока-пока.